Самаре после комплексного благоустройства открыли сквер имени Куйбышева. Фотографиями обновленного пространства делится телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В сквере полностью обновили плиточное покрытие пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, засеяли газоны. Также в сквере появились скамейки, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По периметру сквера установили ограждения, обустроили уличное освещение. Сквер Куйбышева благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Администрация Самары объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров по профессиональным направлениям муниципального регулирования, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района Самары. Среди направлений – безопасность и оборона, внешнеэкономические связи и инвестиционная политика, сфера социального развития, имущественные отношения, природные ресурсы и экология, промышленность и торговля, связь и массовые коммуникации, строительство и ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, экономическое развитие и финансы, муниципальное управление, обеспечивающая деятельность, правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организационная деятельность. Подробности по телефону 332-81-47. В Ленинском районе половина домов с горячими батареями. Об этом пишет телеграм-канал районной администрации. На сегодняшний день из 1156 домов жилого фонда к теплу подключили 616 домов. И работа продолжается. Медицинские учреждения, детские сады, школы и реабилитационные центры подключили к отоплению в полном объеме. Участник Великой Отечественной войны Александр Иванович Десятников отмечает свое 97-летие. Он воевал на Дальневосточном фронте. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и множеством юбилейных медалей. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в своем телеграм-канале поздравляет Александра Ивановича с днем рождения. Желает крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.